Я користуюся цим. Вони всі, якщо захочуть це все вивчати, то вони повинні вивчати, а як же? Ну, я користуюся гімнами. Останнім часом не так часто, як би хотілося, але все одно користуюся і тому. Ну, знову такі. Так і я не так часто роблю те, що треба. В плані славлення, поскольку не завжди є з ким. И вот иногда вообще неделями не осуществляю никаких обрядов. И вот, соответственно, то, что она сейчас хочет изучать именно вопросы проведения обрядов, это, ну, добавило количество обрядов, которые я провожу, поскольку нужно обучать ее этим всем делам. А чему потребно ее обучать? Ну как, она хочет изучить обряды и проводить их. Вона хоче стати священнослужителем? Ну, не совсем. Вона вибрала для себе определенную специфікацію і хоче осуществляти роботу конкретно по той специфікації. Однако для того, щоб научити її той специфікації, я должен обучити її різним видам славлений, різним видам жертвоприношений, різним видам ритуальних вообще практик. Ну, собственно, поэтому иногда я с ней сутками и провожу, и поэтому она видит, с кем там я переписываюсь, и потом бросается на меня за это. Хоча на свого вчителя не треба кидаться, це 100%. Ну, как бы да. Но сейчас, наверное, у людей такой обычай. Ладно, наверное, переходим все-таки к главному. Мольба ко Вышнему над Богу, ра дасть Богу. Ну да, как бы понятно, мольба, то есть обращение. Звернення до Всевышнего ра, до Бога ра, який дає життя. Да. Обращение, общение с дающим жизнь Богом своеобразное. О, все раджати, все дорожати, все дарати. Ну, тут можна навіть узреть відсилку к сварке, тройственное проявление Всевышнего. Вседержатель – это род, вседержатель – это пробог, вседаритель – это сварок. Сварок? Ну да. В текстах указывается, допустим, что сварок подарил законы, в текстах указывается, ну то есть в общем к сварогу эпитет даритель очень часто применим. Ну, дай Бог тоже в целом. Ну, естественно, вообще. Потому что ну, это внутри функции, которые входят в него. Поймите, пожалуйста, что вообще в принципе Ра во всех своих функциях один и тот же. Ну, вот как то, что я приводил, что он Солнце Бог, ну и для жизни на Земле он как бы даже Бог. И для, соответственно, Солнечной системы он как бы правитель. И поскольку его энергии расходятся вокруг, то он также мудробог, то есть создатель информации. Но если слишком близко подлететь к Солнцу и зажариться... Тогда Марс. Ну да. Или даже не надо на Солнце лететь, в пустыне остаться. Или еще как-то так. Святым свитером правит у нас святитель. Ну да. Светит, светом правит. Это факт. Безмежна слава тобі, дай силу Україні. Ну, теж, так. Да. Ми прославляємо Всевышнього, Він дає силу, Він дає благодать і, да, во славу Отчизни Святой. Во славу Рай Отчизни Святой, як, собственно, говориться. О очищенні від Його людства нині тебе прохаємо. Вот, это то, что очень важно, поскольку вот эта вот гадостность в умах людских, она очень укореняется. Это склонность к искажению информации,
склонность к намеренному искажению своекорыстному, такому примитивному своекорыстному искажению информации. При том, что если бы эти люди не искажали информацию, то как корость, как польза для них была бы большая в конце концов. Но они как бы хотят исказить, вот что-то урвать, и как бы... Не бы это для себя, за якоюсь там выгодой. Для глюков своих, по сути. Ну так, выходит еще так. Зараз жахливо. Потом выдавание каких-то одних ситуаций за другие, намеренно какое-то такое нападение информационное, оскорбление разнообразное. Да подмены всякие. Да, подмены, ложь. Ложь, допустим, для того, чтобы человек там подумал одно, а на самом деле имеется в виду другое. И план вообще там какой-то третий. Это нынешний век. Ну да, так называемое нейролингвистическое программирование, которое сейчас активно практикуется. Вот, допустим, тот же самый персонаж в интернете, о котором вы, наверное, уже слышали, Сергей Лирин, который взял мои материалы, который, соответственно, ну, вы знаете, как бы. Так, соответственно, ну, я к нему приезжал туда, под Нижний Новгород. Чтобы обучать, так? Да, и он, соответственно, сейчас взял мои материалы. Он послушал ту нашу беседу, где мы втроем обсуждали вопрос о Иегове, о параллелях книги Толкиена с историей о Иегове, о изгнании Иеговы, о тайной книге Иоанна. Mm-hmm. И он попытался ко мне какие-то вот эти осколки глюков своих припаять. Дальше он, соответственно, начал высмеивать многие мои названия, действия. Ну вот как бы, да, из своих философско-стилистических соображений я делаю себе такую внешность, как я делаю, и мне так удобно. Я хоть никого не заставляю так. Ни перед кем не повинен. Ну да, смотрите, я вам заручно такие... С одной стороны, да, с другой стороны, я никого не заставляю принимать такую же внешность. То, что, ну, назовем ее так, Т, то, что Т решила тоже так отформатироваться. Ну, это... то ей выбор. Конечно. Ей бы ее не заставляла. Притом, учитывая некоторые ее параметры, она потом решила, что ей тоже так удобно, и как бы вообще более фанатично стала в этом отношении, чем я. Потому что я иногда не так фанатично к этому подхожу. И я даже думал, что она только это передо мной такое устраивает, потом через знакомых проверил, оказывается, нет, она решила это практиковать вот постоянно. Постоянно ходить в таком выгляде? Ну да, именно в застегнутом состоянии, как бы. Ну, как бы не в таком виде, как я сейчас, а в закрывающемся капюшоне с линзами. Без как бы верхнего. Mm-hmm. Ну, снова, после того, что во время обряда у нее обгорели линзы и немного подпортился сам капюшон, не факт, что она будет дальше носить, может, перейдет на что-то другое, но это ее выбор, как бы. Лирин меня начал критиковать за то, что я придерживаюсь такой внешности. При этом по Лирину, вот очень, и по его жене, очень такая интересная ситуация, или даже очень неинтересная ситуация. Дело в том, что они сами свои видеозаписи не создают. Насколько я помню, ему кто-то вроде как создавал какие-то видеозаписи, mm-hmm. его когда-то. Немного могу ошибаться, ну вроде как что-то такое было. Дело в том, что я за ним не слежу. Понимаете, что вот еще несколько показывает как бы наша разная
положение в области познания вед, так это то, что когда мы встретились, и как бы я ему предоставил, что у меня есть, и он предоставил, как бы, что у него есть. И вот мое он взял и начал этим пользоваться. Я на его посмотрел и понял, что это, по сути дела, и не его, и это набор разных глюков, домыслов и перебродившей информации с разных источников. Для меня там интересного не было ничего, поскольку если какие-то интересные данные от Инглинга, от всяких других, которые у него мелькали, то я уже их изучал раньше, их первоисточники. А в его версии это уже было вот так как-то скурёжено. Ну тут-то он понавыловливал там с разных источников. Даже, получается, какие-то англистические данные, данные от Данилова, данные из Всесветной грамоты и куча всего другого, что у него было, уже было не из тех источников, а из третьих рук. И даже по некоторым вопросам я ему говорю, а это оттуда? Он такой, а нет, это не оттуда, это оттуда. То есть, как бы уже даже, вот как в книге, помните, я делал и провожу линии, чтобы было понятно. Гипербория, трипольская культура, рахманская традиция, район Проеслав. Вот данные я предоставляю. Это точность, это некая научность. У него вот понимание последовательности, откуда он что взял, потеряно. Поэтому я в том, что он предоставил, ничего для себя интересного не нашел. Он мое взял, начал этим пользоваться. Те глюки, которые у него были, он отказывался их как-либо исправлять. Но по вопросу внешности он, допустим, свои видеозаписи производить не умеет, поэтому он аудио распространяет свои. Я думаю, вы понимаете, что, к примеру, записывать аудио здесь много ума не нужно. Ну что, говори себе. Да, это хоть можно в туалете взять, сидя, поставить микрофон, тот же самый телефон и наговорить что угодно. Как он и его жена, в принципе, и делают. И он, как некую такую насмешку, мне написал. Вот, ты типа из себя делаешь мученика, что ты так много тратишь времени на производство видео. А где ты там в наморднике сидишь, все такое. Но, ну, я ему до сего делала. Как бы, можно было бы, мы поэтому пишем принципиально аудио. Там как бы и нас не видно, и мы такие хорошие за это. Но здесь есть некая такая разница, что хоть я, допустим, и как бы закрываю лицо на видеозаписях, многих, не на всех, но жестами, разнообразными знаками и кучей всего другого видеоряд дополняет повествуемую тему, и я оформлением видео складываю некий смысловой ряд с другими видеозаписями. К примеру, фоном к видеозаписям о христианстве, где мы разбирались с Ротокором, я взял элемент видео, которым я ранее разбирал тайную книгу Иоанна. И люди, которые там как бы это смотрят и пытаются составить последовательность, используя все вот эти нюансы, они могут это все составить. Кроме того, у меня есть целый ряд причин, почему именно видео стоит делать. С другой стороны, когда я записываю видеозапись, где вот я сижу, допустим, говорю все, учитывая то, что мне не нужно мучиться с обрезанием фона вокруг волос, а есть ровная поверхность, которую не так-то и сложно отрезать от фона, то в принципе приделать любой фон, да, это не сложно, мне это очень просто. Муки в плане производства видеозаписи лежат именно в плане производства видеозаписей по музеям, по архитектуре, где мне нужно собирать кучу фотографий, выделять разные части, высветлять, контрастизировать так, чтобы были понятны те знаки, те символы, те изображения, о которых идет речь. Синхронизировать это все с тем, что я говорю. Ну, короче, ну, это людина...
Може зрозуміти, яка цим займається. Да, вот, що це складно. К примеру, производство видеозаписей по музеям, по архитектуре, по символике. Это сложно, это в действительности мука. Просто записать, как я в намурнике сижу, говорю, потом от этого всего легко отрезать фон, приделать другой, это очень легко. Лирин, когда он попытался смешать два совершенно разных процесса, которыми я занимаюсь, и причем он это попытался выставить в некой такой насмехательной форме, что типа я такой тупой, не понимаю, что нужно писать только аудио, и вот так мучаюсь, сижу в таком виде, вместо того, чтобы писать только аудио. Но ведь я же не прячусь, есть куча моих фотографий, всего. А вот его жена имеет кучу комплексов по поводу собственной внешности. О чем свидетельствуют и ее рассказы, о чем свидетельствуют и контент ее страницы ВКонтакте. Ну и в принципе, да, когда я к ним приезжал, там как бы снова внешность неплохая, нехорошая. И тут виновата именно не внешность, а психология, поскольку... К примеру, если внешность имеет какие-то предпосылки к ее развитию, то разумный человек может до какой-то степени развить, как бы, может не развивать. Если внешность особо ущербна, то можно даже как пример показывать, что несмотря на ущербность внешности, сознание это совершенно. Есть пример из «Игры престолов» карлик, который является политиком не хуже нормальных как бы людей. Есть пример из реальности Стивен Хокинг, который не может двигаться и является одним из лучших ученых. Ну а как бы Лирина и вот именно какие-то глюки в ее сознании мешают нормально здраво относиться к собственной внешности, поэтому как бы идут нападки и на внешность других людей. И вот он вот такое тупо насмехательское глюкословие устроил у меня на странице. Потом он придрался еще относительно вопроса о городе, что типа я живу в городе, а в городах все мертво, в городах живут только там какие-то, как он назвал, городоиды, то есть какие-то вот такие... Они еще в селе живут? Неважно даже. Но снова, вот вы, как жительница села, прекрасно понимаете, что в селах люди совершенно не соответствуют тем радужным, анастасиевско-радиоверчическим представлениям о том, как в селе, на природе, с богами, воедино, все хорошо. Абсолютно, я это знаю в точности. В селах загнивают мозги алкашей. В селах загнивают мозги даже нормальных людей, когда им приходится закопаться в землю. Они закапываются конкретно. Да, я не говорю, что села зло, я не говорю, что город зло, я просто как бы вижу просто... плюсы и минусы села, вижу плюсы и минусы города. Обставины тих и еще. Лирин таким вот крыбливым египетским методом решил меня и тут ущемить. Ні, вот ну я прошу вибачити, да, що я вас трішки перебиваю, але я просто не розумію, як людина може скористатися. Ні, давайте не лізьмо. Це вопроси Щупакабра, це вопроси совсем. Ну, ми в гімні взяли слово єдинство. Це перше питання, яке виникає. Не совсем. Ми взяли в тексті слово єдинство. Я хочу от цю штуку розібрати на примірі Лірина і піти далі. Ну, його виступ. Да. Значить, людина слідує... Цю... Вот сейчас еще один пример еговидства Лириного. Это вопрос по городам. То есть он людям говорит так, что значит мой учитель жил в селе, все было хорошо, а вот я такой нехороший и живу в городе, среди зомбированного населения, где все так плохо, и сознательно не хочу жить в селе и быть таким хорошим, каким был Раян Провеслав. Понимаете, если убрать его вот эту негативистскую трактовку и оставить просто факт, что да, мой учитель жил в селе, я живу в городе, это правда, полная правда. Но он здесь искажает вопрос.
Ведь он не добавляет, что учитель моего учителя всю жизнь прожил в городе именно. Рабин, может, и знает, что знает. Но, в принципе, если он не знает, это только лишь ограниченность его мышления. Ведь я рассказывал о Маркияне со славе очень много. И рассказывал им, когда к ним приезжал, и об этом у меня есть в видеозаписях. Ну и, в принципе, я это кучу раз говорил, что Маркиян со славы Пшицкий жил, действовал и умер, как бы, во Львове. Сами село. Ну да. Поэтому, ну, как-то у нас так выходит, что... Может, не послухать еще изразуметь? Неважно. Это только пример егидства, вот этого искажения информации, злонамеренного искажения информации в свою своекорыстную такую гадостную форму. Тобто є вивість. Це зло, іменно зло намірено. Не просто так, не подумавши там... Не подумав постоянно, інформація іскажається. Це как бы нормальний процес, ненужний, вредний, но нормальний, естественный процес інформаційної ентропії. То есть разрушение, потери чёткости. В то же время, когда человек, вот у него есть конкретный корыстный интерес, он хочет пользоваться моей информацией, он хочет пользоваться термином «рахманская традиция», при этом он не хочет по-настоящему учиться, он не хочет подчиняться, он хочет продавать мои знания, зарабатывая себе авторитет, зарабатывая себе последователей, зарабатывая себе, естественно, деньги. Шляхом кривды. Да. Поэтому он берет информацию выборочно, только ту, которая ему подходит, только ту, которая вписывается в его ограниченное представление, и только ту, которую ему удобно использовать для дискредитации меня. К примеру, его любимая жена подписывает, или нелюбимая, не знаю, как у них там это устроено, мне это не важно, тысячи лет. Но его жена Александра Лирина, в скайпе она как-то странно подписывалась, я не помню. Я скажу, конечно, не так, но то ли Маруся Квакозябровна, то ли как, я не помню, честно. Но как-то так. Там транслитерация английскими буквами, поэтому, возможно, я неправильно прочел. Но как-то так. Дальше. Как свой такой творческо-родноверческий псевдоним, она использует слово «лаванда». Mm-hmm. И у себя на странице она разместила кучу критики, говорит, вот эта лаванда не я, вот это тоже не я, и Таня, меня клонировали. Вот. Понимаете, лаванда, насколько я знаю, название определенной травы. Yeah. Так вот, с чего нужно ее клонировать, типа, и типа ее пародировать, если просто те же другие женщины, которые взяли себе данный псевдоним, могли взять его так же само от травы, как и она. Какие захотела, какие взяла. Ну да. Кроме того, вот она сама называется травой и какой-то там Марусей Квакозябровной. Если я не ошибаюсь, я тысячу раз могу ошибаться, я мог неправильно прочитать ее ник в скайпе. Если так, то я извиняюсь, конечно, но как-то так у нее было написано. Я давно... Просто она мне не интересна. У них нет ничего, что было бы мне интересно. Поэтому я так мельком это проглянул и говорю, что запомнил. Вот. Есть факт, что она использует как бы такие вот названия. Но за то, что я использую, допустим... Ну, у меня один из каналов там назван... как канал Капюшона, ну, потому что это отображение человеческого материализма, когда если они видят капюшон, то воспринимают как бы так. И это как отображение дальше материализма, когда они видят тело, то воспринимают только, что это тело. Это как некая концепция того, чтобы люди задумались над тем, как они воспринимают. Дальше из «Игры престолов» и из творчества Толкиена есть названия некоторых персонажей, которых я использую тоже как
некие псевдонимы. И Лирин к этому придрался. Понимаете, при том, что, не знаю, он использует что-то такое или нет, но его жена и ближайшая помощница используют название травы и вообще какое-то название, которое тяжело читается. И при этом они ко мне прикопались, что я использую какие-то псевдонимы. Ну, как бы, по крайней мере, травой я точно не обзываюсь. Mm-hmm. И, допустим, те персонажи из «Игры престолов» или из творчества Толкиена, с которыми у меня есть некая параллельность, то, ну, да, то, по крайней мере, достойные персонажи, то не трава в любом случае. Не трава, она и не трава. Ну да. И вот, как бы, сами себя сравнивая с травой, они еще что-то имеют против того, чтобы я использовал псевдоним, и за это меня пытаются критиковать. Притом, ну это все настолько неумело, настолько безграмотно составлено, что работает только на населении, которое само хочет, чтобы его обманывали. И люди верят ему, вот они от него и от его лаванды читают ужасную правду о том, какой я ужасный человек. И верят в это, потому что им хочется быть обманутыми. То есть вот это еговидство, егидство, оно с одной стороны в умах тех, кто хочет обманываться, с другой стороны в умах тех, кто хочет обманываться. Потому что, соответственно, тем, кто верит Лирину, им лень искать меня, лень вступать со мной в те или иные переписки, общения и так далее, потому что, ну, новый человек, как бы чужой, а Лирин уже тут, рядом, они его знают, общаются. Лень, ну, какая-то может быть боязнь, но, по сути дела, лень. И им будет приемлема любая, так сказать, правда от Лирина. Главное, чтобы она возвеличивала его, и они себя тоже будут считать такими великими, что они вот рядом с таким великим. Але вони забувають, що є така народна поговорка, перевіряй, не провіряй. Они не забувають, они просто об этом не думают, им не хочется об этом думать. А може дехто і дійсно, що не думають? Чи... Вот это две грани вот этого еговидства. Не думають и... Нет, не то, что не думают, а то, что одни хотят быть обманутыми. А другие хочут, чтобы... Ввиду того, что им для каких-то своих целей так удобно. Кажется, что удобно. Другие хотят обманывать, потому что им кажется, что им это удобно. Возьмем, допустим, тот же самый алкоголь. Алкоголик хочет употреблять алкоголь, алкоголь продающая фирма хочет продавать алкоголь. Но у алкоголика может возникнуть сомнение, а алкоголь это же вредно. Тогда алкоголь продающая фирма наймет каких-то типа врачей, которые тоже там поискажают информацию, и расскажут о пользе вина, о том, как водка, соответственно, спасает жизнь, там, о том, как пиво является символом мужественности, потенции и так далее. И, соответственно, это будет ложь, которая как бы выгодна продавцу и которую хочет услышать покупатель, потому что покупатель, он-то как бы и знает, он знает, что это вредно. Но он хочет выпить, и ему нужно какое-то объяснение, чтобы полностью как бы обойти свой ум и еще другим объяснить, что да это нормально, как бы. Вот, врачи сказали, что можно. И уму своему сказать, чувству самосохранения сказать, да ничего, как бы. Ну, говорит, что так, что то корисно, что то и так, и все, значит, ну, все вот. Доброе, все нормально. Поэтому, так? В принципе, егидство, еговидство, вот оно... имеет два таких направления. И без одного другое существовать не может. Потому что... 100%. Как бы, если... То одному нема передки? Да, да. А другим нема від кого, скажем так, будем говорить. Да. Ты, получается, что и не працует эта форма, если нема двух партнеров. Поэтому посредством самоосознания глубинного осмысления реальности, конечно же, это можно отбрасывать. И нужно отбрасывать.
И вот тот пример, когда я Ратакуру объясняю, как подходить к Евангелию, как это все разбирать, как подходить к Библии, это является одним из примеров, как это нужно осуществлять. Но так же самое можно подойти к любому другому направлению. Ведь, к примеру, ко мне не только тот самый Лирин привязался, ко мне куча других привязывается, обвиняют в чем угодно. К примеру, вот для того, чтобы Леониду собирать информацию по его тематике, для того, чтобы он мог грамотно составлять сценарий для записи «Мистической Одессы», я записался в целую кучу пабликов ВКонтакте, где, соответственно, обмениваются разнообразной такой информацией, свойственной Леониду, скажем так. Ну, а для «Мистической Одессы», конечно же, ему интересна информация о смерти, загробном мире, о мертвецах, демонах, чертях, бесах, дьяволах и всякое такое. Я там самое здравое, что нахожу, выбираю. Ну и коль нахожу, я это у себя на странице помещаю, как своеобразный анонс к тому видео, которое будет, и присылаю Леониду. Леонид это осмысляет, по-своему перерабатывает, готовит, творчески в действительности подходит, старается как-то связать это с тематикой Одессы, с тематикой своей деятельности, даже со своей биографией преподносит. Ну, как бы это никак не характеризует меня как поклонника всех тех тем. Ну, как бы я думаю, что это очевидно должно быть. А как вас это характеризует? Ну, как того, кто помогает знакомому, соответственно, осуществлять его деятельность. Ну, я хоть развиваться в таком плане. Больше того, допустим, и по разнообразным этим всем темам у меня есть свои ведические данные. Но, во-первых, я не хочу навязывать их Леониду. Я ему их иногда рекомендую, рассказываю. Но если как бы он сознательно выбирает пользоваться общедоступными данными, ориентируясь именно на толпу тех, с кем мы как бы живем в природе, то, соответственно, я ему предоставляю самое здравое из того, что там есть. Для того, чтобы ему не нужно было самому там ковыряться, засорять свой ум разной ненужной информацией. Я выбираю, что там самое здравое. Кроме того... Ну, вы в цьому ему допомагаєте, хоч більш-менше, щоб було ну, да. Якось так... Больше того, это же не только для него, это и для людей, которые будут смотреть. Я стараюсь так, чтобы «Мистическая Одесса» была не только отображением каких-то ужасов, там, разных демонических, оккультных всех этих штук, а чтобы еще там был какой-то духовный посыл. Ну, тому що так то не є, як він собі намагається це преподнести людям. Ні, Леонид нічого плохого в цьому відношенні не намагається преподнести. Якраз ми складаємо теми там. Ну, дякуючи вам. Ну, з однієї сторони, да, а з іншої сторони, і благодаря тому, що Леонид і сам розуміє как бы, много чого. Я вам розказував, Леонид говорить слава Ра. Так, я... У Леонида... Ну да, у Леонида есть грани понимания, которые превосходят понимание среднестатистического Homo sapiens. Да, Леонид для себя выбрал определенный образ, определенные ассоциации, но, с одной стороны, называясь демоном мести, он приносит некую пользу, стормашивая человеческие умы. С другой стороны, тот же самый Сергей Лирин, примазываясь к рахманской традиции, является, собственно, крылдой. Именно тем демоном. Только не демоном мести, а демоном крылды фактически. Так. Только не самим демоном крылды, а некой такой уменьшенной копией демона крылды. Так. Но вот некоторые начинают меня за это, соответственно, ковырять, что «Ой, там сатанизм ударился». При этом люди не изучили мои видеозаписи, не изучили книги,
Если бы они изучили, они бы поняли, что ведические знания, они намного обширнее, и это с христианства можно перейти в сатанизм, с христианства можно перейти в ислам. Но если знать ведические знания, никуда не треба переходить. Как бы понимаете, с компьютера перейти на гусиное перо как-то сложно. Если есть компьютер, то удобно там набирать текст, там есть и видео, там есть и аудио. Там есть куча других возможностей. И зачем переходить на гусиное перо? Это как-то странно. Ну, то все треба десь якось зазвихнутись, чи дуже здеградуватись. Так же саме і мені переходити з ведичних знань в сатанізм, це, ну, тим більше, що, а куди переходити, а хто сатана, а хто все. Тобто сатана, як некое вселенське зло, существує тільки в рамках християнської міфології. З ведичної точки зрення такого сатана, отродясь, не существує. Поэтому они ни в чем не разобравшись, просто там на что-то посмотрев, что-то почитав, не поняв, что это связано с Леонидом, не поняв, что это материал для видеозаписи по мистической Одессе, уже начали строчить кучу обвинений, вообще не имеющих ко мне отношения. Арій, ну я хочу вас запитати, а чому він примазується до цієї традиції? Він що, навіть виражає якісь такі думки з приводу цього? Чи просто він бере ваші знання і ними розпоряджається? Лірін? Так. Ну, во-первых, давайте все-таки, сейчас я это рассказывал в контексте именно Нина. Так, вот это тоже все равно. В контексте Крымда. Я вам объяснил, что Лирин не имеет добросовестности в плане изучения источника информации. Ведь если бы он подходил добросовестно, то он, соответственно, приехал бы, к примеру, во Львов. Ведь пока он только имел ограниченную переписку с Орданом Мирославом. Я не знаю, как его нашла Александра Лирина, но она как-то ему начала писать. И он так до сих пор... Ну, возможно, через ваш канал, у него же были там... Ну да, то есть у нас был один общий канал, и как бы, ну, я забрал у него тот канал, отдал Андрею Решетникову. В общем, как-то она его нашла, а у них была переписка. Он мне... Вот пакостное сознание такое. Так по переписку и не предоставил. Я не знаю, каких он гадостей на меня там наговорил. Однако. Через то его почало клеймить. В принципе. После этих спелкований. Но он обещал, что чертей бросать больше не будет на моих союзников. Поэтому. Не ну, возможно, там не черти, а просто какая-то энергия в него такая. Тож... Ну, не знаю, що в чому ще. Ну, специфічний чоловік. Ну, специфічна людина. Ну, не в цьому проблема. В кінці концов, я з ним общаюсь, і як-то на мене його специфіка не дійствує. Ну, пам'ятаєте, як подіяла тільки його поява на нашу одну спільну знайому? Ну, так, да, ну, він з нею переписувався, і він конкретно тоді, для того, щоб вредити мені, кидався чертями. Реально кидался чертями. Вот в принципе я ему разрешил сейчас только кидать чертей в Чупакабру. И в принципе я благословляю его за каждого черта, которого он мне кинет, ну, поскольку она вредит людям. Я ему конкретно говорил, что как Рен Провислав меня благословил, так. Если он еще раз на кого-то из моих союзников бросит хоть одного черта, благословение Раяна Провислава обращается к нему в проклятие, начиная с той секунды, как он это сделал. По всем канонам рахманской традиции я ему это сообщил, присягнувшись, что я это исполню. Поэтому, конечно, я ему иногда предоставляю разную нечисть, чтобы он кидал на них своих зверюшек. У него есть такая тенденция, он любит их тренировать, то есть дрессировать своеобразным путем. Поэтому, ну, пусть бросают их на разных врагов человечества. И поскольку тогда Лирины себя еще выставляли как мои союзники, то он не имел права на них кидать чертей.
ясно. Поэтому я считаю, что это они самостоятельно свихнулись. Но вернее, не особо-то и свихнулись, они такими в какой-то степени и были. Я могу предоставить переписку, которая у нас с ними шла. Они неуважительно относились вообще к духовной тематике. Но, а что же их цикавит? Ну, понимаете, вот это такая примитивная эзотерика плюс желание выставить себя. И да. Надо якоїсь могутності зарахунок чогось так. Плюс они очень впечатлительные люди. Допустим, они вот забрали изображение Маркиана Сослава, и Лирин сразу нашел уже там кучу параллелей со своим дедом. Угу. Но ведь, понимаете, с другой стороны, я могу, к примеру, взять того же самого Раяна Правеслава, и если я возьму моего деда, его братьев, двоюродных братьев, и как бы представлю общую такую, а еще представлю прадеда, к примеру, представлю прадеда, прабабку, и представлю деда и всех его братьев, и в этот ряд поставлю Раяна Правеслава, в принципе, Раян Правеслав будет соответствовать этому ряду. Да, он не был идеальной копией моего деда, он не был идеальной копией кого-то из братьев моего деда, соответственно, но общий ряд братьев моего деда, особенно старших братьев, он вписывается идеально. То есть по антропоморфным параметрам. Дальше. Лирины взяли себе название «Рахманская традиция». Если лирины как бы так ненавидят меня, так считают, что я такой плохой, то, соответственно, ну зачем брать себе название, которое использует такой плохой? Назвали бы себя по-своему как-то. Угу. Традиция лаванды Сергея или как? Традиция лирины, как бы назвать. Мне все равно, не важно. Не важно, але я зрозуміла, в чем справа тут. Они взяли мое название. Они взяли изображение Маркиана Сослава Пшицкого, которое делали мои союзники. Понимаете, львовская вот эта система не предоставила общественности ни одно изображение никого. Я своими силами и финансами, теми, которыми я мог использовать для покупки техники, мог использовать для какого-то оздоровления собственного тела, ну, на какие-то вот такие цели, я взял художника, повел в хранилище, и было сделано оттуда срисовка ряда изображений святых, в частности и Маркиана Пшицкого. Другие мои союзники в благодарность мне сделали компьютерную обработку этого изображения. Снова же, я мог бы этих союзников предложить, чтобы они мне пожертвовали денег, мог предложить, чтобы они какую-то мою фотку обработали, мог предложить еще что-то стороннее, и они бы сделали это. Я выбрал именно во имя традиции, во имя древних святых. Но как бы это все равно так или иначе связано со мной. Дальше. Андрей Клименко из своих соображений мог бы Раяна Правеслава не рисовать еще 20 лет. И только потому, что я настоял на том, чтобы он нарисовал, вернее, дорисовал вот то, что было сделано ранее моим художником, довел до ума, то Андрей Клименко нарисовал то изображение Раяна Правеслава, которое есть. Они это тоже себе взяли. Раян Правеслава? Ну да. Соответственно, Чому ти ваше изображення не взяли тоді? Ну, мої изображення вони теж набрали на самом деле. І в їхній групі там моїх изображень куча валяється. Як преємника, це... Ну, як преємника, однако, очень плохого человека, который живет в городе. И вообще какой-то такой, вообще плохой. Ну, це же їхнє заключення. Ну, да. Скажи. Ну, как бы вот так эта вся крыльда существует. Так? Повсеместно причем. Да. Ну, собственно, в христианстве это были все вот эти истории, когда искажали учение Иисуса. Это, соответственно, Павел, это куча других вот этих деятелей.
какой-то степени можно даже сделать такую параллель, что вот проведем параллель между Выпшицким и Иисусом, и проведем параллель между тем арием, на которого нападал так называемый святой Николай, и параллель между мной. Угу. Конечно же, Маркиян Выпшицкий не Иисус, и я не тот арий, но в истории часто вот такие параллели как бы бывают. Встречаются так даже часто. Да. Поэтому это тоже некий символ своеобразный. Ну что, разобралась с его выслом. Ну да. Далі читаємо. З мольбою щирою ми тебе прославляємо. Ну що таке щиро, це звісно. Тобто, ну да, з лучшими чистими направленнями ми к нему обращаемся. Хай очиститься Україна сяйна свята. Ну, рата в одному із смислів – це сіяння. Щоб Україна стала такою. Тобто, щоб Україна стала собою, по суті, діла. Да. Очистилась всякою єгоїстом. І хай буде дружньою родина уся. Ну да, то есть, чтобы семья была дружной. А семья – это и семья как ячейка общества, это и семья народов, это и духовная семья, в контексте чего мы являемся детьми Ра и Рады. И боги – наши старшие братья. Хай сяє літає над Україною мати птиця, ну, наша да. Мати птиця. Слава да. Твоя, пташа, правиця. Даже вот когда с той, с кем я проводил сегодня, когда мы проводили обряд, то, соответственно, матерь птица появилась над Живаховой горой, все как положено. Несмотря на то, что она не хотела за одну из тех, за кого я молился, молиться, несмотря на то, что мы ругались по дороге на гору, несмотря на то, что там был ряд других нюансов, несмотря на то, что она палила, когда свою маску, то она тоже была недовольна. Но несмотря на все вот эти нарушения канона моей помощницей, и несмотря на то, что когда я от того знакомого, о котором я вам говорил, получил звонок, после которого я на 5 минут также выпал из направленности, которую нужно было соблюдать, все равно божественное видение над горой было. Помните днем небольшой такой промежуток времени, когда прояснилось сегодня? Так. Вот в это время над горой ясно была видна птица с большущими крыльями в сторону, как бы в сторону Крыжановки, в сторону лимана. Крылья расходились, и голова в сторону пересыпи. Тогда... Матерь птица, она является как помечница. Как из беспричинной милости Всевышнего. Да. Она является, даже несмотря на некоторое нарушение канона. Ведь канон сегодня был нарушен в нескольких местах. Раст родины и буяние колив. Ну, то есть идея плодородия, по сути дела. Так и было колись. Ну да. И стада. Ну да. За все є слава тобі, подач Боже, Ра. Ну смотрите, рост семьи, он род изначально прародитель всей генетики. Стада и плоды, он солнце Богом, дает возможность живой природе это все родить. То есть, ну да. Ну все дає. Да. Без него была бы не жива природа. Нет, без него бы ничего бы не было. Взагалі нічого не було так. О вишні деж Боже, о славу сяйне, саураже, бо віки вічна слава, а не сяйна тобі. Бо віки вічна слава, а не сяйна тобі.
Ну да, здесь, во-первых, несколько неточный перевод древнего написания, но нужно понимать, что имеется в виду Рада, которая является сверхвечной и вневременной силой славы Всевышнего Ра. И имеется в виду, что мы понимаем, что все, что у нас есть, исходит из Ра. И поэтому все, что как бы у нас есть, мы готовы устремить в служение Ра. Не словом, а делом, прославляя его в своей жизни. Тут все слова треба підтверджувати своїми діяннями. Ну, возьмем вторую доску Велесовой книги. Помните, что там написано? Ну, ні. Я же десятки раз это говорил. Не тот человек праведный, который говорит, что таковым так, хочет так, быть. Так, я пам'ятаю. Но какой? А той, кто своими діяннями підтверджує. Но тот, чьи слова и свершения совпадают. Вторая доска Велесовой книги. Волху Харугин. Харугин я знаю. Ну да. Волхах Харугин я знаю. Автор Велесовой книги как-никак. Тебе зрать и прославлять наивысшая радость мне. Ну, как мы, когда разбирали славление, говорили, что это то, какими мы должны быть, по сути дела. Что в действительности, то мы очень далеко от истории. Потому что если для человека высшая радость – это отдых, это какие-то развлечения сознания, то такой человек не может духовно развиваться. В конце концов, как те же лирины, как многие другие, человек хочет использовать ведические знания только для залатывания каких-то дыр и пробелов в своей жизни. Но свою жизнь переформатировать по тому, как правильно, человек не хочет. Потому что для него радость — это, допустим, вот какая-то радость. Это услаждение телу, там счет. Неважно, кому-то даже читать книгу, кому-то смотреть фильм, кому-то половые отношения, кому-то питание, кому-то алкоголь, кому-то даже бильярд, кому-то ныряние там куда-то, кому-то вылазение на горы, кому-то... Не, ну короче... Да их богато всяких. Да. Теннис там, футбол, болельщики. Это ж в какой-то степени пик вот какой-то нерациональной деятельности, когда после футбольного матча болельщики встречаются и дерутся там, и ненавидят друг друга. Ну, как бы, одна команда победила другую. Что тут такого? Это логично, это должно было быть. От драки фанатов счет матча не изменится. Как бы, ну, зачем? Как? Ну, ничего не изменится, кроме того, что, может, люди поднивичены, кто-то... Дальше, а зачем-то драться? Ведь, в конце концов, это что? Это, ну, что от этого? Им есть не будет чего или что? Ведь ничего, это просто некие, по сути дела, сейчас это даже не спортсмены, а актеры. Поскольку в спорте уже некоторые финалы того, до чего можно было достигнуть естественным разгоном функции человеческого тела, достигнуты, то сейчас спорт — это совмещение театра и химии. Театра, поскольку все равно матч решается до матча, до игры, по сути дела, и химии, поскольку, соответственно, чтобы несколько превзойти естественные рамки возможностей человеческого тела, используется химия, на спортсменах тестируется очень много всякой дряни. И разумнее было бы вообще туда не лезть. Разумнее было бы болеть это за, к примеру, школьный матч вот каких-то своих друзей, или детей своих друзей, которые вот там играют две школьные команды, к примеру. Ну, как бы этого нет. То есть все наоборот. Все выбирается самый дебильный, самый нерациональный, самый противоестественный способ везде. Сейчас. Намеренно, потому что одни хотят это навязывать, другие считают, что так им будет лучше. Ну, такая позиция зараз кругом. Выкидываем это на свалку, возвращаемся к святому.
батько мій, я тебе от всій душі люблю. Ну, то есть мы осознаем его связь с нами и связь со всеми живыми существами. Недавно одна знакомая мне написала вопрос по поводу Тайной книги Иоанна. Ведь в Тайной книге Иоанна есть такая фраза, что Иегова, по сути дела, ущербен только потому, что он не осознает любви. Помните это дело? Mm-hmm. Так любовь — это осознание Всевышнего. И вот она смотрит, что в книге написано, что, получается, Иегова был внуком Всевышнего, с одной стороны. С другой стороны, как так он может его не знать? То есть это я ей как иллюстрацию ее заблуждения прислал наш диалог, где мы обсуждаем карму. Mm-hmm. Где я говорю, что такое карма? А у вас только поверхностная. Как бы вы видите поверхность озера. Ну, сразу уже углубилось понятие кармы. А я, соответственно, ну да, ну, на тот момент. Так. А, соответственно, я вам расширил это понимание. И вот я ей прислал как пример, что так же самое Иегова, да, видел, что у него есть отец, есть дед, но он не понимал принципиальной разницы между собой и Всевышним. Он его воспринял просто как некого деда. Он не понимал, не осознавал даже тех знаний, которые у него были. Не понимая всепроявность Всевышнего, не понимая, то есть даже зная это все лучше, чем мы, но не осознавая это все. Не желая осознать, что он не сможет превзойти Всевышнего, не желая осознать, что путь к совершенству — это путь служения Всевышнему, а желая именно победить как-нибудь Всевышнего и занять его место. Вот это как бы отсутствие его любви, ведания божественного в себе, вокруг. И вообще целостной картины. Ну так він до сих пір залишився на тому рівні. Ну так, да. Тільки ще хуже деградував, правда. Ну так, якби він щось розумів, то він би вже якесь-небудь рішення прийняв за себе, що-небудь робив би для того, щоб доказати, що він ось вже такий став, скажімо, розумний чи ж такому. Ну, діло в тому, що там вже не одну чашу гріхов його набрали, і в принципі. Ему уже к покаянию особо-то дороги и нет. Его, соответственно, когда уже соберут последнюю чашу его грехов, то как бы мне не хотелось бы думать о том, что может быть хуже, чем то, что будет с ним. Поскольку тщетмах, поскольку князь тьмы, все они находятся в намного более завидном положении, чем то, что будет с ним. Они были конкретными, чистыми, величественными демонами и вот именно демоническими существами. Они не были крывдой, а он именно крывда, он именно египетство вот это. Поэтому он более падший, чем все они вместе взяты, чем все демоны древности. Но перед ним ничего не залишится. Это хуже, чем если бы от него ничего не осталось. Ну ладно, идем дальше. Дальше. Слава тобі, слава твоя, усенадвічна і свята. Ну, хай да, буде то. З Україною все вічно, в єдності вона. Ну так оно і є. Так. Помніть, рада соединилась з горою Багіт і стала матір'ю родиною нашою. Так. Ну вот. А нина свята слава тобі, о вищий деж Боже, Ра. Дай українцям разом, щоб тебе врозуміти. Ну, ми обращаємося ко Всевишньому за разом, щоб його познати. Дай нам здрав'я і силу тіл, щоб Україну оберегати. Ну, так, да. Теж це потрібно. Ну так, і тільки він нам може дати це при нашому праведному житті. Так? Ну, так. Да. Якщо життя не буде праведне, то не буде і здоров'я, і сили. От, відповідно, і вам, і Ратакору, во время діалогу я часто задаю вопроси. І один плоскомислящий чоловік в Ютубі написав, що якщо я ділюсь ведичними знаннями, я не должен задавати вопроси, ученикам я должен только рассказывать, рассказывать и рассказывать.
И я ему как некий пример привел некий пересказ одного из ведических описаний относительно деятельности Солнца. Я написал, что вечно рекущее Солнце каждое утро своим светом всего лишь спрашивает, так будете ли вставать. Потому что, ну да, в какой-то степени Всевышний не заставляет никого жить счастливо, он только спрашивает. Он предоставляет эту возможность, как своеобразный вопрос живым существам. Хотите жить праведно или нет? Идем далее. Угу. Дай внукам своим чистоту дел, чтобы праведно жить. Закрыв дукарай и на правду наставляй. То есть вот здесь даже описано, как именно мы просим, чтобы он помог нам в чистоте наших дел. То есть мы сознательно просим, чтобы если, не дай Бог, у нас заведется какая-нибудь духовная гангрена, скажем так, или в данном случае крывда, что, по сути дела, тождественно, чтобы он отсекал от нас это, чтобы он излечал нас от этого, освобождал наказанием, которое как бы нам подскажет, как нам не нужно действовать точно. В таком выпадку наказание – это и есть счастье, которое помогает управлять эти помилки. Ну, как подсказка. Как подсказка. Саура, праура, саувышни, силы, сай. Ну, Ра как распространяющий свет, Ра как правитель мироздания, Ра как вышний, изначальный царь мироздания, по сути дела. Даже Божий день наш, пращур задаючий, славу Тебе заведе, о святовитх усаведючий. Ну, собственно, почему он дед, тоже понятно. Мы дети богов, и, соответственно, он отец богов. Но это уже в материальном плане. Ну и да, он датель, вот здесь подчеркивается, что он датель как материального блага, дашь Бог, так и святовидх, датель духовного блага. Он всеведущий. Да. И во веки слава Тобі, о Синод Божий Вишній Ра, Сау Ра, Сау Ра, 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 Сау, Сау, Сау Вишній, Сау Вишній, Вишній, Всевишній, Сау, Сау. И вот интересно, что святовидх, если правильно медитировать, он может благословить тонким видением и благословить улучшением физического видения. И это очень полезно, и это в действительности работает. Святовидх – это опекун? Ну да. Поэтому нужно качественно медитировать к нему. А треба до всіх своїх опікунів медитувати? Ну, желательно. Вот, к примеру, благодаря тем подсказкам, которые Всевышний мне дал, благодаря тонкому видению, в принципе, ну, даже если брать сегодняшнюю ситуацию, что когда, соответственно, я зашел домой к союзнице, чтобы взять ее на гору, то, соответственно, там у нее было жарко. Ну, а поскольку, как бы, в общем, исходя из некоторых параметров, я изначально зашел уже в закрытом состоянии, у меня запотели линзы. И несмотря на это, несмотря на то, что как бы физическое зрение было ослаблено, ну, из-за того, как бы, из-за некоторых ее нюансов я, как бы, не открывал это все дело, но, пользуясь тонким зрением, я нормально мог выйти, и потом постепенно запотевание линз ушло. Ну, так, остыло. И, по сути дела, благодаря тонкому видению, какое-то время я смог обходиться без физического видения. Что же касается ее, несколько раз у нее был случай, когда у нее линзы запотевали,
И это ей приходилось снимать это все дело. Все было катастрофа. Или, соответственно, она несколько раз чуть не падала. Но это было не сегодня, это было другие дни. Хоть, в принципе, я ее не заставлял, и вообще это... Но вы також проводили обряды в таком закрытом виде, так? Ну, в принципе, как бы я мог бы и не в закрытом состоянии, но учитывая, как бы, некоторые параметры, да. Я же не всегда это закрываю, но иногда. И, в общем... Гимн, дай Бог, мой рецептал. Ну, это хорошо. А понимание его есть? Есть. Углубилась? Звичайно. Рад. Идем дальше? Давайте дальше. Слава Радакошу Яровиту. Слався, Радакош, слався Вишня Макош. Ну, будем разбираться это или так? Ну, это и так ясно, что хорошо. Ра и Матинка Рада, они любили втілюватися в кошачьих проявах и... Кошачьих, кошкообразных, ну, зоантропоморфных соединениях человека, кошачьих особенностей и так дальше. Слався сай світовит, дай Бог наш правий раловит. Разбираем эти имена Всевышнего. Разбираем. Ну, по сути дела, они вам и так известны. Дай Бог, правий. Раловит. Как древняя функция руевит. А, руевит. Чего мы? Ну, да, но не совсем, как бы, это более древняя, более чистая версия. Вы древняя были, да? Нет, эта версия. Это Раум. Да. Угу. Ну, поскольку Раум у нас идет, то Ру потом от этого часто получалось. Ну, выпадала Лупа. Ну, да. Кроме того, как бы, деградация именно в ту сторону склоняет слова. Но функция Ра, как вносящего свои благодатные силы, которые часто разрушают всякую крыбду, потом также и разрушение приписали этой функции Всевышнего. Хоть с одной стороны это получилась некая тавтология, поскольку уже есть разрушительные проявления Всевышнего, разрушительные как бы отдельно выделенные функции Всевышнего, ну, только Марос, так? Ну, не только Марос. И Марос, и, соответственно, Тембог. И еще ряд, в принципе, есть таких функций. Ну, как бы, по сути дела, это все перечисление имен Всевышнего. Слався Вишня Радакош, слався пращур старай наш. Ну, тут все ясно. Ну, да. Слався Святосайний Кіт. Слався Вишній Вогнялик. А тут можете... Ну, соответственно, огонь может быть проявлением Всевышнего. Угу. И огненный кот или просто кот является символом Всевышнего. Лев является символом Солнца. Ну да. Слався пращур наш вогонь і відкрив для нас Хоран. Ну, тут теж все ясно. Ну, так. Що хто ж нас може... Охранити і відкрити. Так, як. Слався сотний ясний, слався свято сяйний птах, сковалець святий світ. Теж ну, в другої символічній концепції сонце – це птах, сокол рот, з якого проистікає світ. Слався трипроявний рах. Ну, триединый Всевышний. Слався же святый Алий, старая правный кошелый. Ну, Бог истинный первопредок человечества.
Тому кошули. Ну, кошули мы как-то разбирали. Правные кошули. Это отсылка к делению войск Речи Посполитой. И, соответственно, если Всевышний как главнокомандующий, то... Это кошули. Да. Сколовиться весь наш рад, славься над Бог, я рад. Ну, это зрозуміло. Ну, да. Слався Саурах, слався сяйний, слави, життєдайний кіт. Ну, це приблизно те ж саме, що... При тому, що Саурах – це сокол іменно, Сварах. То есть тут идет и кошачье, и соколиное проявление Всевышнего. Саурах – это сварах, и як сокол, як так саурах там. Сварах, рарах – здесь соколиная символика. А вот кот – это чуть другая, но все равно солнечная символика. Слався Яратот. Тут да. И ра, и... Это и некая кот, такая... И ай. Склейка проявлений, где проявляется Всевышний в единстве с Истан Богом и Число Богом. Очень редкое воплощение. Как правило, боги воплощаются по отдельности или, допустим, Ра воплощается с Истан Богом. Ну, может быть, такой вариант. Які випадки такого? Не випадки, а коли це було, скажімо... Довга історія, не ходимо туди, ібо увійдемо на годину. Треба не забутися вас запитати за це. Я розкажу про цю детальну історію. Добре. Слава тобі, три світрай, слава тобі, три славний, слава тобі, скрес проявний. Це теж, в принципі, зрозуміло. Скрес проявний, що він проявляється, проявлений скрізь біля нас, самих дрібних. А від самого мілкого, до самого величественного. Той славний – це друг проявність, рада. Три єдинства світу Всевишнього, яка є ізначальним істоком, яка є правящим к остальной матерії, и в которое все в конце концов входит, возвращается. Слава тобі, всеправний. Слава тобі, що ти нас у прадавній час родив. Ну, це теж ясно. Ну, що да. Хто нас родив і коли, і для чого, в принципі, теж зрозуміло. Та слава тобі, що собою ти сію землю освятив. Слава тобі, що на українській міжгір'ї ти наших пращурів провів. Ну тут такий нюанс. Во-первых, Всевышний проявлений в центрі цієї землі. Во-вторых, він ще воплощався в человеческой формі. Поэтому здесь даже ряд варіантів, як Всевышний эту землю освятив, скажем так, в своїм присутствии. Ну так, вигріває землю нашу, тому що є і... І над нею, і всередині її. Від хладу свого, яким же ти їх вчив, слався Мараса, слався Арі, слався Праві, слався Вишній, все Твараса. Ну, да, упоминається Всевишній і Станбук. А ще поясніть, будь ласка, тому що я, мабуть, трошки забула. Від хладу свого, яким же ти їх вчив. Пращурів, тобто наших. На що Всевишній властвує над всіми стихіями і над всією двойственністю. В кінці концов Всевишній показав, що Гіперборея – це не прав. Рата – це не земля. Рата – це не реки. Рата – це не гора. Рата може бути, як і там, ось та красивенька рата, яка як би була ось там. Так Рата может быть и здесь, хоть здесь не такие реки, здесь это не так все проявлено, но это может быть та же Рата, если соблюдается Рата как закон, как справедливость. Короче говоря, Рата это не континент, Рата это не материальный объект, Рата это справедливость. Если есть справедливость, это Рата. Если...
А если нет, то значит будет не рата. Ну да. Ну так. Тому що зараз тут нам залишилось одна тільки назва. И даже ее неправильно пишут, и неправильно понимают. Слався Марасе, слася Арії, слася Праві, слася Вишні, Святорасе, Саура, Саура, Райресе, Саву, Саву, Вишні, Саву, Вишні, Вишні, Всевишні, Саву, Саву. Ну, Святорасе, це ясно, що Всетворець, який все створив, усіх істот і все, що його оточує. Слався Всесвіт творачий, слався на земля сходячий. Ну, багато разів сходячий. Тоже понятно. То, що скинувся багато раз, багато проявний. Це теж? Теж? Yeah. Слався наших пращурів родячий, слався наших пращурів направлячий. Но Всевышний как изначальный прародитель, Всевышний как, допустим, тот же Саагаст, который воплощался как правитель и так дальше. Да, и наставлял на, да, на праведную жизнь. Именно так. Так. Слався Ра и Алій, з ним єдиний, і як огонь меч, лиш ти над Божим можеш нас обрадувати і обирати. Ну, то есть упоминается, что истина — это священный меч Всевышнего, которым Всевышний охраняет Аревачей от всякой кривды и от всего, что не свойственно пути духовного развития. И когда они этому следуют, то у них появляется радость. Ну да. Яко ты нас тоді направлял и безумных ворогів рубав, просимо тебе, щоб ти нині нас от кривди охранив. Но это отсылка к ряду случаев, когда Всевышний воплощался как князь, который, соответственно, ну даже возьмем Саагаста, как он воевал с Раваной. Так, с демоном. Да, то есть примеры, как Всевышний, воплотившись, воевал с нечистыми силами, но воевал не для себя, а давал возможность славянам, последователям ведической традиции, победить нечистых. И сейчас вот его символом, им, является для нас Саура Манкара и являются его заветы. Его заветы — это как, ну, непосредственно приказ военачальника своему войску. И мы, как его солдаты, исполняя его заветы, воюем с нечистью, воюем с кривдой, как он и предписал. И сегодняшнее празднество тоже относится до этих слов? Ну, потому что сегодняшнее празднество как медитация относится к нашему духовному развитию. Аспект того, что осуществляется запись, которая будет предоставлена в интернет для того, чтобы люди смогли победить кривду внутри собственного сознания и помочь другим, это уже да. Щоб ти нині нас открив до охранив, а того крив до демона ягідного у попелу розробив і спалив. То ж то зображено. Так. Ми там, до речі, ще дещо зображено. Домашнє завдання, а я не знайшла ніби того. Ну, будемо це позже розбирати. Ми завжди прославляти будемо тебе. Тобі віддаємо усе і себе. Слава тобі, славлять тебе і Боги усі, са усі, вса єси. Ну, то есть тут подчеркивается, что в конце концов высшие существа Вселенной понимают, что мы, по сути дела, принадлежим Всевышнему. И иллюзорная наша какая-то самостоятельность, она только иллюзорна. Дабы преодолеть эту иллюзию, мы преподносим, дарим себя Всевышнему, то есть как бы, чтобы выйти из этой иллюзии, в которой нам кажется, что мы отдельно от Него, мы воссоединяемся со Всевышним. То есть нам треба подолати эту иллюзию, зрозуміти ее. Пока мы не зрозумеем, то ничего у нас не выйдет. Ну а как, если как тот же Иегова, каждый будет хотеть что-то себе, Всевышний не нужен, Всевышний. Ну что, мы справедливо есть зараз на самом деле. Ну да.
Той хоче одне, той друге, той хоче їсти, той ще щось, той... той чинити кривду. І причому іноді взагалі із-за всяких глюків. І причому самі потім вже страдають. Але не розумієш, що вони страждають іменно від своїх дій і від своїх думок. Ну, Всевышний дает подсказки. Але треба ж тому задуматись, почитати. Вот, к примеру, ваша Т, она осуществила там грех против вашего святилища? Так. И має тепер. И имеет теперь. Моя Т обещала осуществить грех. То есть, поскольку мы изучаем обряды, то часто вместе долгое время проводим. Она увидела, что там с той интернет-союзницей мы создали определенное, скажем так, информационное святилище философской мысли. И она мне угрожала, что пока я отойду от компьютера, соответственно, она влезет, и она там все удалит. Я, конечно же, ставил в компьютер кучу паролей, чтобы это было невозможно, и телефон всегда с собой. Но, как бы, поскольку здесь и речь идет о информации, а не о физических объектах, то даже ее такое намерение равно тому, что сделала ваша. Ну, я физично это сделала. Ну, да, как бы. Ваша физически сделала по отношению к физическим объектам. Это изъявило информационное желание сделать к информационным объектам. Mm-hmm. То есть, как бы, в каком-то смысле это равные понятия. И вот, соответственно, то, что она сегодня, когда как раз мы возливали масло за ту, с которой я создал то своеобразное святилище философской мысли, скажем так, она там в огонь фактически полезла и чуть-чуть поджарилась, то как бы имеется здесь некое философское соответствие. Ну так, связок я с дією и словами. Ну да. І я своїй теж намагаюся пояснити, що зв'язано. Ні, вона на іншій думки. Я думаю, що це просто так. От один щасливий, а другий нещасливий, все на ньому валиться. Щоб знала своє місце, як вона говорить. От мені кажу, вказую, що ти от знай своє місце, що ти ніхто, що ти. Ну, така не філософія. Ну, це те, поки що не висказала свою точку зрения относительно того, що стало причиною. Ну, во-первых, я їй предоставила спочатку самую простую точку зрения, що її неосторожність стала причиною, поскольку понятно, що ми на відкритій поверхності, понятно, що идет ветер, и огонь постоянно в разные стороны, куда ветер это самое. То есть, ну, нужно как-то быть готовыми, не нужно туда буквально сунуться. Ну, соответственно, как бы нужно быть осторожным. Ну, короче, ладно. Посмотрим еще, что она мне преподнесет там потом. Ну, помочь-то сначала. Так, Ра. Слава Ра. Істоку ума. Ну да, Ра – это исток разума нашего. Слава Всевышнему. И в Велесовой книге написано ясно, что мы творим и думаем в единстве с умом божеским. То есть, как бы, вот именно автор Велесовой книги и те идеальные, скажем так, славяне, которыми мы должны были бы быть, должны думать и творить в единстве с замыслом Всевышнего. Поскольку, ну, Всевышний является истоком ума, как даренной, данной по беспричинной милости живым существам возможности оценивать окружающий мир, осмыслять, осознавать себя и постепенно восстановить понимание своей духовной природы. Ну, наша. Слава ему у всех его проявах. Слава Вышний, слава Ра. Ну, ясно, что так. Ну, да. Слава ему Вседорожителю, слава Вышний, слава Ра.
І вседержителю слава, який тримає собі в серці. Ну так. Слава йому, чия слава, сила, велич, межі не знає. Слава Вишні, слава Ра. Так? Ну, да. Слава йому, чия святість, все взирає. Слава Вишні, слава Ра. Факт. Факт. Саура, Саура, Ревеса, Сау, Сау, Вишні, Сау, Вишні, Вишні, Всевишні, Сау, Сау. Слава Ра, Всексенесу, Саура, Сау, Вишні. Ну, тут зрозуміло, що Всексенес, ну, має Всекнесі, Всідух, Дух Мироздання. Так, і всіх, і богів, і ну, всього Мироздання. Слава Ра, Ксенесу, Всетворящому. Ну, той, що творить Ксенес, Дух, що творить, і І? Ну, якщо він творить, то все в нього, все йде від нього. Ну, іменно так. Поэтому і істок ума, поэтому і сварок, поэтому і магарзар. Савра, Савовишні. Слава Ра, разуму всеосяжному. Саура, Саувишні. Ну, всеосяжний разум. Як один із аспектів із функції Ра. Поскольку він ізначальний замишляцель іменно мироздання. Который свої мислі, це мироздання і тварів. В якому ми повинні вчитися? Ну, да. Слава Ра Всеправі, Слава Ра Всеовишні. Слава Всеправі. І відсилка к тому, какими ми должны бути всеправедними. Слава над Богом всіх його проявах, Слава Всеовишні, Слава Ра. Ну, теж понятно, що всі його прояви, всі для в різних ситуаціях по-різному, але всі для одного, щоб всіх своїх дітей, всіх іскрай, він цими проявами можна було привести до належного стану, щоб розвивалися всі. Да. Слава над Богу, всесуду сяйному. Ну, тому, хто судить, це мироздання, хто судить своїм світом, як в той же фразі, яку я привів тому товаришу, вічно рікуще сонце, кожне утро спрашиваю, так будете ли вставати? То есть Всевышний своим светом как бы задает вопрос. И, по сути дела, в какой-то степени живые существа сами себя осуждают и сами создают свой приговор тем, что они неправильно отвечают на этот вопрос. Они не открывают ушей и спят дальше. Ну да. Ну, я таким. У меня то есть будильник. Но я сейчас имею в виду даже не физическое. Я сейчас имею в виду вообще. Ведь, к примеру, те же самые лирины могли бы проснуться. Много кто мог бы проснуться. Ну так, у них есть задатки для этого, у них есть... Даже тот, кто звонил, с кем я говорил, по сути дела, он в духовном плане спит. По сути дела, хоть он меня как бы в полумертвости обвиняет, но в каком-то смысле... его, вот как вы слышали наш диалог, то его ум разбросан на разные материальные вот эти штуки и комплексно к вопросу изучения ведом так и не подступает. Хоть возможность уже годы я ему предоставляю. Вы давно с ним знаете? Конечно. Ну, неважно, не лезем в него, идем там. Нет. Слава над Богу, Дові єдиному Господару, Слава Вишні, Слава Ра. Ну, да. Так. Он творець судьби,
И статуи. Да. Он создает сценарий, чтобы это существо максимально духовно развивалось. Он создает основы и дает богам те, как бы, колеи, в рамках которых они имеют свободу как-то что-то... Идти в порядок. Как-то что-то отредактировать в контексте каких-то своих планов. Таким путем он, задавая изначальный сценарий для каждого живого существа, дает возможность и высшим богам внести свои элементы сценария. Он дает возможность и самому живому существу вносить свои элементы сценария в ранее запланированный высший сценарий. Вы сказали колеи, так? Ну да. Ну правильно, в напрямку вперед. Ну да, но и с возможностью деградировать. Всевышний не заставит никого развиваться. Всевышний даже специально даст все возможности для деградации тому, кто хочет деградации. Но перед этим предостерегаю, что не надо деградировать. Ну правильно, це є така реклама. Надмірне споживання алкоголю шкодить нашому здоров'ю. Ну да. Як самокоріння. Вона написана такими непомітними буквами. Тому що ніхто не хоче читати. Але вона є практично в кожній рекламі. И в каждой рекламе. И это, по сути дела, даже не нужно рекламировать. Это все и так давным-давно знают. Любого курящего спроси, вредно нет, скажет, ну да. Але хочется. Ну, плюс мне еще попадались те, которые начинают, ну да, это вредно, но сейчас все вредно, ну так, ну ся. Но вот если сказать так, давайте честно, вредно или нет, то вот те, кто скажет, что курение безвредно, их нет. Те, кто скажет, что алкоголь безвреден, их нет. То есть... Кажут, что трешки это знать корыстно. Ну, это такое. И я ж просто ездя по поездам, ловлю качественных алкашей, которые уже до свинячьего визга доходят, и перед свинячьим визгом я их ловлю и спрашиваю, во имя чего и как глубоко они хотят туда зайти. Тут они уже не могут сказать, что чуть-чуть это полезно. Понимаете? Потому что там уже не чуть-чуть. Там же два вкупа нет, что чуть-чуть. Там чем ближе, тем краще. Ну да. Слава над Богу, минулого Творителю, майбутнього Закладателю, Сау Вишні, Сау Ра. Тобто все те, що було і те, що буде, ну, то, что мы разбирали, что он создатель планов мироздания. И да, он изначально уже создал и описал мироздание. Он сказал, чем оно закончится. Он именно так закончит мироздание, как он описывал. Ну, да, ну, это его ты план. Ты сказал так, что он мастер. А мы, как-то есть присказка про горшки и горшечника. Хоть с другой стороны, есть... Такая тоже философская дилемма, некое противоречие, чисто умозрительное противоречие. Например, Всевышний давно запланировал, как он завершит существование Вселенной. С другой стороны, Всевышний отдал себя и, соответственно, все мироздание в подчинение Шукр-Рахману. Чисто умозрительно возникает вопрос, если Шукр-Рахман решит не уничтожать Вселенную или уничтожать Вселенную по-другому, как будет тогда? Соответственно, Всевышний нарушит свое слово, не исполнив волю Шукр-Рахмана, или Всевышний нарушит свою волю, свое слово, изменив то, что он ранее говорил. И так выходит, еще. Да. Треба нарушити. Да. То есть это такое... Вибір все рівно за Всевишнім. Это такое философское противоречие. Але вибір все рівно за ним? Слово стане за ним? Как бы да. Философское противоречие, философское противоречие, которое создал Брихаспатай для того, чтобы как бы унизить и Всевышнего, и Шукр-Рахмана. Потому что если он, в рамках этого размышления мы предполагаем, что Всевышний не исполнит свое слово, а исполнит то, что говорит Шукр-Рахман, это унижение Всевышнего в какой-то степени.
Если Всевышний не исполнит то, что говорит Шукра Рахману, исполнит свое слово, унижение Шукра Рахмана. То есть Брихаспатай изобрел вот такую вот хитрую гадость. А я не разумею, чему Брихаспатай? Поясните мне. Ну, потому что он против Шукра Рахмана. Ну, але яку він робить ситуацію? Ну как, он изобрел вот эту это философское противоречие. Тобто він на цьому почав грати, так? Он своих учеников начал обучать, что какие-то это такие сомнительные термины. А, ну тобто він почав грати на цій ситуації. Ну как намерені, они, допустим, так. Вот про меня всякие глюки придумали. Так, Брихаспатай придумал вот этот глюк, что, соответственно, вот... Как эта ситуация развернется? Хотя тут нема никакого ни приниження для одного, ни для другого. Но явился один раз на такой урок Шукра Рахман и сказал, что поскольку он мыслил един со Всевышним, он никогда не помыслит даже противоречиво воле Всевышнего. Шукра Рахман подтвердил их единомыслие в каком-то смысле Шукра Рахмана и самого Всевышнего. Поэтому принципиально, что будет отдельно воля Шукра Рахмана, отдельно Всевышнего, невозможно. Такого не будет. И таким путем вот этот философский глюк, который был создан в Брихаспатае, был уничтожен. Ну, так. Потому что это было, ну, как надуманность в этом питании. Ну, если бы на месте Шукра Рахмана был какой-нибудь глюк, то тот мог бы. Как-то мыслить. А даже на его месте не мог быть, я говорю. Ну, теоретически, снова. Ну, тут знаете, теоретично. Ну да, я согласен, что нет, но теоретически, если мы говорим, что может быть все, что может быть, а где-то когда-то и может быть то, чего не может быть, то, ну, как бы так. Однако, все равно, вот в такой ситуации, может быть, если бы как-то глюк попал бы на место Шукра Рахмана. Я бы с ним попал туди. Это дуже цікаво було. Ну, я бы не зміг туди попасти. Ну, але ж є ж так, як ви говорите, що навіть може бути те, що не може бути. Ну так. Да. Однако є именно то, що є. І Шукра Рахман єдин своїми мислями со Всевышнім Ра. Слава Ра Всесенсу, Саура Саввишньому. Слава Ра Наймогутнішому, Саура Саввишньому. Це зрозуміло, що крім нього немає нікого, і хто міг би його... Всевишній лише він тільки є. І нам би лише тільки дістатись одного, зрозуміти священне таїнство те. Зрозуміти і радіти, що ми це розуміємо. Так. Слава Ра Творецю, що разом дарує. Саура Саввишній. Слава Ра зі розсвіту до заходу. Саура Саввишній. Тобто навічна слава йому. Ну так. Тобто ми тут проходимося, що ми повинні бути направлені ко Всевишньому завжди і всецело. І так як... Судена мольба 23, яка виконується вечірня частина. Ну, да. То там так і є, що він навіть вісні буде прославляти тебе. Тобто треба теж вміти і вчитися таке робити. Ну і ще така тема, як осознане сновидіння. І все це в ведах так і інакше є. В ведах певно, що все є. Що... Слава Саура у всіх його проявах, Саввишній Саура, слава Саураву істоку вед святих, Саввишній Саура. Ну, тут теж, що можна сказати, звідки виходять веди, які... Ну, ми розбирали вже питання о тому, що, як дасть Бог, він датель всіх матеріальних благ, і як святовідх, він датель духовних знань. І слава Саураву, родителю радів родних. Род прародитель. Род прародитель. Саввишній, Саура, слава Ра у всіх світах. Слава Ра всеправію.
Слава Рассаву Вышний, слава Рассаву Мудрому. Це праву, мало, так? Саву Рассаву Вышний. Седарати – це Саву. Да. І Секарати – це є Тембо. Тау. Тау. Но тоже тут есть и позднее переосмысление, и производная функция как бы из функций. Ведь с одной стороны, как бы Тау, а с другой стороны Марас восходит к Мау. То есть как бы перемена некоторых функций. И дальше Сау у нас в основном это солнечная, светоносная, благостная энергия Всевышнего. Но с другой стороны есть и некоторые восходящие сюда имена и термины, которые имеют или двоякость, как Сива, или даже как Сиус или Тиус в германской мифологии однозначную зловещесть и воинственность. Ну, а в германской почему? Но не только в германской. От этого есть элементы и в хетской мифологии, и, собственно, даже то, что того... А почему зловещие? То, что того, кого планировали сделать военачальником Иеговы, его назвали Саваоф, в честь Саваота. Да. Дабы как бы некую воинственную такую функцию приделать. Это и там есть. То есть снова это отдельная концепция, которую нужно отдельно разбирать в контексте изучения аспектов имен Всевышнего.